зоне. Томми! Томми, давненько не виделись! Да. Я знаю, знаю, ты просто переполнен эмоциями. 15 лет! Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Эй, работать на семью — это не слишком складно. Но семья разбирается сама, да? Итак, дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте. Послушай, Сони, нас подставили. Это была ловушка. Горели, погибли. Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми, мои деньги! Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, но предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони, все будет окей, ты же меня знаешь.